Севастополе завершается строительство храма святителя Николая. Он обещает стать духовным центром самого большого спального района города. На звонницу храма уже был водружен 7-тонный кампана. Спустя 4 месяца правящий архиерей Симферопольской Крымской епархии митрополит Лазарь совершил чин освящения на купольных крестов для свято-никольского храма. Подробности в сюжете пресс-службы Севастопольского благочиния. Храм святителя Николая обещает стать одним из духовных центров Гагаринского района Севастополя, занимающего 55% всей территории города. В 7 микрорайонах на площади в 6100 гектаров проживает 122 тысячи человек. С первых дней в жизни храма участвуют супруги Гаврилюк и их дети. Илья, старший сыночек, потом Полина, Елизавета, вот там Иоанн, мальчик Василий, где-то бегает малыш. И вот последний, вот да, вот братик старший держит младшего мальчика, а это Пелагея у нас, младшая дочечка родилась. Вот, и все детки тут, можно сказать, да, и крещены, и, вот, и всей семьей ходим постоянно. Сын старший у меня здесь, Пономарь. Ну, надеюсь, девочки тоже будут в хоре петь, готовиться тоже к этому. В общем, слава Богу за все. Усилиями благотворителей, прихожан и настоятеля храма строительные работы уже близятся к завершению. Не так давно занял свое место на звоннице 7-тонный колокол, а спустя 4 месяца митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершил чин освящения на купольных крестов для храма святителя Николая. Эти кресты будут всегда нам подсказывать, когда будем проходить мимо или на расстоянии их видеть. Мы обязательно сделаем на себе крестные знамения и скажем: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Желаю вам, чтобы вы всегда прибегали в любом состоянии ко Христу. Вам радостно? Идите ко Христу. Благодарите: «Господи, благослови меня, кресте Господне». Вы печалуетесь чего-то? Быстренько приобщайтесь ко Христу и просите, чтобы Он даровал вам духовное настроение, даровал вам совершенно то понятие, которое необходимо в ту или иную минуту. По окончании богослужения Его Высокопреосвященство сердечно поблагодарил всех, кто принимает деятельное участие в возведении храма на Свято-Никольской площади. В завершении при помощи специальной техники кресты были подняты ввысь и установлены на купола храма. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.